Европейской космической программы поздравляют вас со 189-м днем одиночного полета. Я делаю это ради всех, кто сейчас дома, и очень горжусь этим. Ваша жена Ленка тоже гордится. Уверена, она очень ждет вас дома целым и невредимым. Он скучает по жене. После полугода изоляции начинаешь слишком много думать. У меня какие-то помехи. Я не хотел напугать тебя, тощий человечек. Бояться не нужно. Я такой же, как ты. Исследователь. Твое одиночество привлекло мое внимание. Я желаю облегчить твои эмоциональные страдания. Не нужна мне твоя помощь. Думаю, нужна. Куда я, туда и ты. Куда ты, туда и я. Усек, космонавт. Это твои мысли. Я просто нахожу их вместе с тобой. Все когда-нибудь закончится. Я не позволю. Куда я, туда и ты. Куда ты, туда и я. Пора тебе сделать следующий шаг на своем пути. Выходит, я больше не воин дракона? Ты станешь духовным наставником Долины Мира. Тай Лунг, рада встрече. Когда я заполучу мастерство всех кунг-фу злодеев, никто не посмеет оспорить мое господство. Даже великий воин дракона. И кто это? Могущественная колдунья-перевертыш. Хамелеонша. Против нас целая армия! А мы созовем свою армию. Где это мы? Среди кидалы преступников. Постой, ты преступница? А что это тебя так удивляет? Ну какой из меня духовный наставник? Все в твоих руках. Вы о печеньке? Ты должен стать чем-то большим, чем ты сейчас. Что мы выберем? Быстро и безболезненно? Или медленно и мучительно? Медленно и мучительно! Вот соперник, равный тебе по силам. Да, мы с тобой очень похожи. Скидыш. Отойди, сейчас я надеру себе задницу. Каково это вернуться? Здорово. Столько хороших воспоминаний. Может, мое счастливое место станет нашим? Кто оставил тебя здесь одного? Охотники за приключениями? Весело? Чанси говорит, что тебе нельзя с нами играть. Оу. Потому что ты его бросила. Мне нужно что-то счастливое. Счастливое. Я думала, ты боишься жуков. Если я сделаю все из списка, Чанси отведет меня к себе. Что причиняет боль? Элис? Ты проводишь время с новым другом? Он просил сделать себе больно? Это была часть игры. Может, нам не стоит больше играть вместе, Чонси? Может, нам не стоит дружить? Нет! Она пропала, но мы ее найдем. У каждой культуры есть сущности, которые привязываются к детям. Мы называем их воображаемый друг. Ты всегда играла со своим воображаемым другом. Когда связь разрывается, сущность приходит в ярость. Что он прямо за тобой. Могу я поиграть с твоим воображаемым другом? Он не воображаемый. И он тебе не друг. С
Станицкий, попроси кого-нибудь перезвонить после операционной. Тебе стоит съездить. Рики был рядом всю вашу жизнь. Атлантик Сити, мы едем. Что у нас тут? Рак Рики вернулся. Почему должен быть рак? Хочешь, чтобы все беспокоились? Да, и это приведет нас прямо к мировой серии. Мой ребенок родится на 6 недель раньше срока. Я точно так же родился. О, черт! Я хочу знать, где вы, черт, были. Мы обзвонили все больницы, и не было никаких записей о Рике Станицке. Ты знаешь, все, что мы сделали, это солгали всего раз. Сотни раз на протяжении многих лет. Правда скроется, и моему браку конец. Что если мы наймем актера, чтобы сыграть Станицки? Крепкий орешек, первоклассный имитатор рок-н-ролла. Я разыгрываю представление. Это действительно плохая идея. О, господи. Я готовил выпивку холодным способом. Рики же участвует в программе, помнишь? О, Рот, это не то, что ты думаешь. Это просто моча. Я хочу, чтобы вы признали, что Рики Станицки не существует. Эй, Мишпуча! Станицки! О, да! Это Тед Саммерхейс, мой босс. Очень приятно. Выкапываю костюмы саженцы, чувак. Саженцы? Пробки для волос. Это новые, верно? Они мои! Мы потеряем работу. Я действительно был очарован твоим другом Станицки. У него крепкие яйца, у этого парня. Вот почему я нанял его. Это круто. Ты только что сказал... Что ты сказал? Повтори. Мы не должны упускать его из виду. Я не только пропустил рождение сына, но и позволил какому-то порно-актеру отрезать его. И мы закончили. Станицки, ты невероятен. Шоу окончен, народ. Это Рики. Вы мошенник, сэр. О чем она говорит? Мы должны избавиться от него. That's him. He's the one I told you about. Да. Винни Уокер. Legend in the making. Винни was a pro. He's been living in his car for months. He's lost. We're going to play an international football tournament in Rome. There'll be players coming from all over the world. This lot are England's best homeless players. Homeless. This competition brings us all together. A second chance to be part of the team. You represent the potential that sport has to build a better world. Come to Rome. I can't. I think you can. Everyone has a reason for being here. And every player has a story to tell. I did something, you know. I'm different now. I have to prove that. You think football can do that? Nobody can save themselves. We save each other. You were terrific. You still are. If you lose your way, the team will always come and find you. If you win, I'll buy you dinner. But you're not gonna win. Are you ready? Я нашел тебе пару. Принца. Нам это нужно. Твоему народу это нужно. Послушай меня, пожалуйста. Я не доверяю им. Королевская кровь не делает их хорошими людьми. Дай руку, дитя. Закрой глаза. Я с тобой. Помогите! Что с тобой случилось? Мы чествуем эту жертву каждое поколение. Этой традиции сотни лет. Ты стала наследницей долга и чести. Беги! Ради всех невинных женщин, у которых украли жизнь. Элоди! Ты не знаешь ничего,
о нашей истории. Это конец твоей истории. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Бог спас меня не просто так. Но причина мне неведома. Крови Христовой перебрала. Это чудо. У тебя ребенок. Из всех женщин на свете. Почему он выбрал меня? Откуда нам знать, кто у тебя там? Страдание. Это любовь. Ты останешься здесь навсегда. Страдание. 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 Это любовь. Все мы сталкивались с чем-то неведомым, необъяснимым. Здесь же вам неплохо заплатят за проклятые раритеты. А вот это весьма прелюбопытно. По всему Нью-Йорку участились нападения призраков. Охотники, слушаю вас. И мы единственные. Держись, так! Кто может дать отпор? Прошу. Центр паранормальных явлений. У вас духи на вольном выпасе? 40 лет их собирали, а сейчас исследуют. Какой пупс! Да. С появлением этого шара начались непонятки. Мы на пороге холодной войны с полчищем духов, способных убивать самим страхом. Останемся и будем биться. Погнали! Стреляем во все, что пугает. Предсказано, что этот вот шар погубит все человечество. Второй ледниковый период. Многие века мы жили в гармонии. Титаны оберегали природу, а великие приматы охраняли человечество. Мы получили сигнал. Она чувствует его. Конг. Годзилла. Они чувствуют его тоже. Что-то грядет. Что-то, чего боятся даже они. Ты поедешь с нами? Думал, не предложишь. Смотри, язык не проглоти. Чё? О, боже! Это что, мини-конг? Господи. Это не просто сигнал. Это призыв к войне. Ха-ха-ха!
справится в одиночку. Он не будет один. В их последнюю встречу Конг едва не погиб. Им не обязательно быть друзьями. Главное быть союзниками. Теперь я точно видел все. Мы разработали небольшое усиление. О! Любовь тебя ждет. Гуляй, Вася. Я не Вася. А кто? Ваня. Мне такая девушка приснилась. Какая? Красивая. Полкан сватает за тебя сына. Мальчик, умница, красавица. Детка, почти красавчик. Мне главное, чтобы у тебя с ней все серьезно было. Сейчас. Секу. Бежим со мной. Куда? Кругосвет. Там знаешь, сколько чудес. Там рыбы с крыльями. Люди ростом по пояс. Яйцо дракона настоящее. Это кокос. Бежим. Целую, обнимаю. Стоп, стоп! Ты ей не ровня. Победила вновь добро. Обычная девушка нужна. Мне забава нужна. Давай найдем его и шлепнем. Вы так прекрасны, когда волнуетесь.